Агрофирма Сидек предлагает сорт сладкого перца Витязь. Это является раннеспелым сортом. Плоды у него плотные, массой доходит до 200 грамм, обладают отличным вкусом. До 119 дней доходит от всходов до технической спелости. Этот гибрид предназначен для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение полураскидистое у этого сорта, высотой достигает 50 сантиметров. Толщина стенки доходит до 7 миллиметров. Урожайность этот сорт дает от 7 до 7 килограмм 200 грамм на квадратный метр. Ценность гибрида заключается в стабильной урожайности, выровненности и плотности плодов, отличных вкусовых качествах и хорошей транспортабельности. Назначение у этого сорта универсальное. Номер партии 1008, вес 0,3 грамма в упаковке. Давайте рассмотрим семена этого сорта под микроскопом. Семена небольшого размера, бежево-желтые по окрасу, округлые и ровные относительно друг друга.